Это лето компания Kia Motors проводит с размахом. Собрав команду, в которую входит весь модельный ряд, Kia отправилась в автомобильный тур по городам России. В течение лета с 29 мая по 28 августа 12 автомобилей побывают в 13 городах, от Сургута до Москвы. Челябинск – второй город, который посетила команда Kia. Это настоящий автомобильный праздник для всей семьи. Гости могли лично протестировать любую из моделей Kia. Новый Sorento, Mahav, Soul, Seat и Rio. Для этого организована специальная трасса, движение по которой позволяет полностью раскрыть возможности каждого автомобиля. Для внедорожников соорудили оффроуд-трассу. Без фанатизма, конечно, но на ней в полной мере можно почувствовать возможности автомобиля на бездорожье. Этот конкретный автомобиль, он у нас оснащен двигателем дизельным, объемом 2,2 литра, 197 лошадиных сил. Данный автомобиль обладает блокировкой дифференциала для того, чтобы разделить крутящий момент между передней и задней осью, что помогает ему, собственно, и преодолевать различного рода внедорожные участки. Также сделана трасса, на которой можно и притопить, и покрутить рулем, оценить динамику и маневренность автомобиля Kia. Замечательная машина, очень понравилась. Что именно? Все понравилось. Управляемость, динамика, торможение. Все. Комфорт. Автомобиль класса седан оснащается двигателем 1.6 с 126-сильным мотором. Также данная комплектация оснащается климатической системой однозонной, 8 подушками безопасности. Также оснащен автомобиль полным электропакетом, зеркала с электроприводом и обогревом, запитанный на обогрев заднего стекла. Музыкальная система считывает MP3 формат, также оснащается USB входом и подключением в iPod. Изюминка тест-драйва стал двухдверный Церата. Это яркое и динамичное купе появится в автосалонах в июле. Ну как вам понравилось? Очень. Что очень легкая машина, управление, тормоза очень хорошие. Ну и цвет красивый. Развлекательная программа, подготовленная для гостей праздника, основана на спортивных играх. И главная роль в ней, конечно, отведена футболу. Kia Motors поддерживает эту игру на международном уровне с 2007 года. Помимо футбольных состязаний, гостей праздника ожидали веселые конкурсы с заманчивыми призами, выступления артистов и музыкантов. Для всех желающих опробовать эти автомобили в деле, дилерский центр Kia «Автокомплекс Регинус» готов предоставить любое авто из модельного ряда на тест-драйв в удобное для вас время.